На прошлой неделе состоялся юбилейный концерт вокальной группы «Империя». В программе звучали популярные музыкальные произведения, известные детские песни, музыка из любимых кинофильмов. Зрителей порадовал живой звук, яркая хореография, красочные костюмы. Ценителей живой эстрадной музыки и профессионального вокала увлек незабываемый праздник музыки, творчества, радости и красоты. Образовалась группа «Империя» в 2011 году. Тогда в ее состав входило всего несколько человек. В их числе основатель группы Алена Демченко. Со временем желающих погрузиться в мир музыки становилось больше. Я стала заниматься с маленькими детками. Создалась детская группа «Империя», которая сейчас имеет очень хороший уровень выступления, достойный. Группа наша также растет, процветает с каждым годом. Состав у нас все сильнее и сильнее. Деток у нас было очень много. Уже, я не знаю, в год меняется достаточное количество людей. Вокальная группа «Империя» делится на два состава – старший и младший. По словам Алены Демченко, репетиции к концертам у них всегда проходят в творческой, веселой и дружеской атмосфере. Вообще в группе у нас царит всегда один позитив. Занятия проходят очень весело, готовимся мы тоже очень весело. Половину занятий тратим на то, что мы просто смеемся, веселимся, обсуждаем разные моменты. А уже когда остается, естественно, до концерта там пару занятий, уже начинаем готовиться. Вообще у нас очень дружный коллектив, очень любим друг друга, ценим, уважаем, это самое главное. За 5 лет творческой деятельности вокальная группа «Империя» украшала не только концерты в городе и районе. Коллектив – постоянный участник многих мероприятий – фестивалей как районного, так и краевого уровней. Вокальная группа ежегодно занимает призовые места в краевом фестивале патриотической песни «Пою мое отечество». В этом году первое место в районном этапе заняла руководитель группы Алена Демченко, которая будет представлять Славянский район на зональном этапе краевого фестиваля. Также детская группа «Империя» в прошлом году стала лауреатом 2-й степени краевого телевизионного фестиваля 5 с плюсом в Краснодаре, а в этом году лауреатом краевого фестиваля «Адрес детства Кубань». Перед началом юбилейного концерта наша съемочная группа окунулась в закулисную жизнь. Как известно, большинство творческих людей волнуются перед выходом на сцену. Участники группы «Империя» поделились курьезными случаями, которые случались у них во время выступлений. Конечно, это такой процесс, волнение, и разные случаи бывают. Из такого глобального, в принципе, ничего не было. Девчонки, бывало, что сцена разного размера, репетировали на одной, приехали на другой, она, допустим, меньше, на которой мы выступаем. И девчонки, бывало, уходили в кулисы, их не было видно на фотографии. Был один очень смешной случай, когда я вышла на концерте здесь в разных гольфах. Один был из одной пары, другой из другой. Но, к счастью, никто не заметил, что они были разные, потому что издалека не видно этого. У нас были выступления в станицах небольших, или когда мы ездили по краю, были моменты, когда у нас застревали каблук в сцене, то есть мы бывали спотыкались, бывали, когда забывали слова, не знали движений и просто импровизировали на ходу. Это получалось более интереснее, когда мы все зазубрили. И вот с этого момента мы начали более нас учить в том плане, чтобы мы импровизации и все показывали зрителю, все свои возможности. В этот раз курьезных случаев с участниками группы не было. Как раз наоборот, все прошло на высшем уровне. Яркие костюмы, живой звук, красивые голоса и популярные музыкальные произведения порадовали зрителей. День поздравил юбиляров глава города Славянска на Кубани Александр Коновалов. Своим творчеством они увлекают не только ребят старшего возраста, но и младшего возраста и малышей. Это прекрасно, ведь город богат не только своими улицами, площадями и цветами, но самое главное – жителями и особенно молодежью. И она у нас прекрасная, талантливая. И этим нам подтверждает наш прекрасный коллектив «Империя». От души желаю творческому коллективу успехов в творчестве много-много лет. Как и у любых артистов, у вокальной группы «Империя» есть свои поклонники. В день концерта они пришли, чтобы насладиться творчеством своих кумиров. Я бы хотела пожелать группе «Империя» счастья, чтобы у них хорошо все получилось и чтобы они верили в себя.
Я бы хотела пожелать им счастья, чтобы они хорошо выступили. Я хочу пожелать им, чтобы они хорошо выступили, всяких побед, чтобы они всегда побеждали на всяких конкурсах, ну и много-много счастья. Я хотела пожелать им творческих успехов в их начинаниях, чтобы эта группа продолжала расти каждый год, чтобы увеличилось количество, конечно, участвующих в этой группе. Ну и, конечно, мне очень приятно сегодня прийти на концерт, так как участвует очень много учеников с первой школы, вот моих учеников тоже. И хотелось, конечно, посмотреть и услышать, и пожелать им большой-большой удачи. Концерт закончился, а вот новые творческие победы у группы «Империя» еще впереди. Ведь участники группы – люди творческие, живущие музыкой. А значит, они и дальше будут радовать своим творчеством жителей города и района. Александр Косицын, Игорь Ванчугов. Программа «События».